Сергей Степанович здесь проживает? Да, да. Здравствуйте. Не-не-не, мы заходить не будем. Мы вам ко дню 9 мая продуктовый набор дарим. Да. Вот, держите. Спасибо. Спасибо. Все, поздравляем вас. Ой, спасибо. Более 10 добровольцев вызвались разнести подарочные наборы бабушкам и дедушкам. Разносили продукты с соблюдением всех мер безопасности в масках и перчатках. Пакеты в руки не передавали, оставили на пол. В акции «Вам, родные» приняли участие сотрудники Департамента по делам молодежи и спорта, молодежного центра и активисты волонтерских организаций. Развозим продуктовые наборы, дарим цветы и флаги для акции «Окна Победы». Красная рыба, свежие фрукты и овощи, молоко и консервы, конфеты и чай. Все это едва уместилось в два пакета. Хранить такой объем негде, поэтому продукты оперативно доставили адресатам. Праздничные продуктовые наборы саровским ветеранам раздали в рамках проекта «Вам, родные». Это одно из направлений всероссийской акции «Мы вместе», которая проводится на территории всей страны накануне Дня Победы. В период пандемии и самоизоляции ветеранам очень нужна наша поддержка. В эти предпраздничные дни ветеранам, участникам войны будут доставлены праздничные наборы. Доставка будет осуществляться с соблюдением всех мер защиты для того, чтобы не заразить ни ветеранов, ни заразиться самим. И я уверен, наши заботы и внимание будут ветеранам сейчас как нельзя кстати. Всего надо было доставить подарочные наборы в 69 квартир. Адреса распределили на три группы. Часть продуктов относили лично сотрудники социальной службы, потому что пенсионеры незнакомым не открывают дверь. Елена Грискова, Евгений Шевцов, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.